В ноябре 2020 года на экранах стартовал сериал Федора Бондарчука под названием «Псих». К сожалению, неутешительные отзывы строгих критиков могут поставить финальную точку в истории, заставив авторов отказаться от продолжения ленты. Некоторые зрители отнеслись к новинке предвзято, узнав, что сценарий фильма писала супруга режиссера Паулина Андреева. Однако нашлись люди, которые сочли представленную новинку достаточно увлекательной. Так как когда выйдет сериал «Псих» второй сезон? Дата выхода продолжения пока не назначена. Если все же продолжение снимут, выйдет оно не раньше осени 2021 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.